Всем привет! Это канал K-Drama Fun, и сегодня мы расскажем вам интересные факты о Тамине из группы Shiny. Настоящее имя Ли Тамин. Родился 18 июля 1993 года, на данный момент ему 22 года. Рост 175 см, вес 50 кг. По окончанию карьеры Тамин хочет путешествовать по всему миру. Парень считает, что отсутствие проблем – это уже проблема. Он склонен терять свои вещи и аксессуары. Тамин часто разговаривает сам с собой. Парень ложится спать рано, если включен свет и шумно, он не может выспаться, но когда все же засыпает, его невозможно разбудить. Тамину нравятся девушки с очень светлой кожей. Он хочет побывать на Северном полюсе. У Тамина самый большой аппетит из всех участников Shiny. Парень не любит насекомых. Думает, что у него короткие руки. Хобби – китайский язык, фортепиано, стиль танца, поппинг. Тамин хочет провести свидание в сеульской башне Намсан. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также заходите в нашу группу ВКонтакте. Всем удачи, пока!